В общем, всем привет, дорогие друзья. С вами снова я, ваш дорогущий друг Ликс, ребята. И сегодня я вам покажу, как сделать нормальное превью, которое для какого-нибудь вашего ролика. Если вы не знали, для этого нам понадобится всего лишь две программы. Adobe Photoshop CC2019 или и Майнематор также. Так, смотрите, в общем, заходим в папку с Майнкрафтом, да, расположение файла Майнкрафта, и ищем папку Screenshots. Он находится здесь, вот Screenshots. Ребята, исходник файла, кстати, который помните, который я использую на стримах. Да, два стрима уже использовал с этим. Вот тот самый файлик, который нам нужен. Вот, закрываем это дело. Видим вот это. Первое, что я хочу сделать, смотрите, возьмем мы фон. И теперь видим фон. Теперь мы берем жесткую круглую кисть. И теперь видим, как он рисует. Так, в общем, мы ставим его на 15, или я не знаю, сколько у меня там. Ну, короче, ставим точку и зажимаем Shift. Именно зажимаем. Делаем вот так. Слишком больша. Уменьшаем. Думаю, вот такая вот нормально. Так. Вот, ребята. Для нас как раз таки подойдет вот такая. Ставим вот здесь. Отлично. Если вам не понятно, как все делать, увеличиваем все и ставим вот эту кисть. Вот поставили, нет, не сюда, ставим кисть сюда и заканчиваем здесь. Панк. Отлично, закончили. Панк. Блин, панк. Не. Здесь. Нет. Здесь. Так, ребята, в общем, поставили вот так отсюда и туда тоже. Так, и теперь берем вот это. И ставим сюда. И сюда. И теперь берем черную. Не знаю, вы можете взять любой цвет. Мне без разницы. Я беру черный. Мне нравится черное выделение. Он самый популярный. И выделяем то, что нам нужно. Обычно я делаю черный, потом белый. А сейчас я что-то сделал белый, потом черный. Ну ладно, если я трону, оно может стать очень хужим. Плохим, короче, стать. Поэтому я лучше сделаю вот так. А потом уже вот так. Вот так. Вот здесь. Так, вот здесь ошибка получилась. Так. Зажимаем Shift. Снова так. Итак, в общем, делаем вот здесь точку, зажимаем Shift и нажимаем сюда. Все, вот это у нас выделено. Теперь мы берем мягкую круглую и теперь ставим ее вот такой. И теперь видите, какой он сейчас? Вот здесь посветление добавляем. Нет, не-не-не, вот-вот. Меняем размер посветления. Но чем же плоха это посветление? Знаете чем? А тем, то что если ею злоупотреблять, картинка вот такая получится. Поэтому рекомендую ее делать вот такой. А вот здесь я вот такой. Так. В общем, вот так. Сделали. Вот теперь
мы его сделали вот таким. К примеру, это для начинающих, если что. Я тоже, если что, начинающий, но это не значит, что я не умею ничего. Я что-то умею. Так, ребята, вот смотрите, в общем, мы берем, ставим здесь очень большую, ой, не очень большую, где-то вот такую вот ставим здесь и сделаем ее более темной, более темный оттенок должен быть темным. Здесь темный, вот здесь, чтобы было понятно, что это. Так. И теперь смотрите, в общем, темноту мы создали. Отличная темнота. Отличная темнота. Я думаю, вполне пойдет. В плане пойдет. В плане пойдет, пойдет. Итак, как же сделать нормальное освещение? Потому что если вы сделаете вот этим, вот, например, от солнца освещение, вот. Вот таким вот. Видите, как у вас получится? Это неправильно. Берем, нажимаем на вот это вот. Создаем слой. И делаем его в фоне. Итак. Почему я делаю то, что я сказал недавно не делать? Потому что я делаю сейчас правильно. Смотрите. Но не выключайте видео, не выключайте. В общем, смотрите, сделали его вот таким. Сделали вот так. Сделали, да? Если сделали, это ладно. Теперь смотрите, что мы с этим сделаем. И теперь смотрите, с этим слоем, что мы делаем. Мы берем, нажимаем на вот это. И теперь подбираем любой нужный для нас. Вот такой. Вот он. Который нам нужен. И теперь смотрите. Вот это мы все убираем. И теперь смотрите, в общем. Ой, блин. Придется... Так, я снова создал тот самый слой. Вроде бы вот этот был. Да, и теперь рисуем, который нам нужен. Так. Не-не-не-не-не. Это не то. Это не то. Смотрите, в общем, сейчас обычный нарисовали. Вот. Сейчас, подождите. Я выберу лично экран. Но есть здесь еще цветность и насыщенность. Их вы можете использовать, если вы хотите сделать себе голубое солнце. Мы берем вот такой размер и рисуем. Вот. Вот так мы рисуем солнце. Отлично. В принципе, но лучше с этим сильно не играться. Сильно лучше с ним не играться. И теперь, в принципе, солнце готово. Здесь можно освещение сделать. А здесь оттемнение. Это нам нужно. Дальше. Мы берем, скрываем этот фон. Переходим к этому фону. Зачем я это сделал, зачем я это скрыл, сейчас увидите сами, почему. Так, ставим вот это на маленькую и берем жесткую круглую. Видите, какая она? И теперь возьмемся за лупу и увеличим. Ну, где-то до таких размеров. Размеры обязательны. Так, ставим точку, точно так же, как и с тем флагом. Раз, два... Так. Блин. Так. Три. Три поставили. Отлично. Если б три поставил, значит красавчик. Ставишь сюда. И сюда. И сюда. И сюда. А потом берешь отсюда. И сюда. Итак, у нас получился нормальный флаг. И теперь мы берем, давайте-ка возьмем мы лучше сейчас синий цвет и берем уже маленькую круглую. Точнее, нам нужен голубой.
Зачем я взял именно этот цвет? Потому что он будет... Не-не-не. Вроде бы нам нужен... Давайте возьмем этот цвет. Давайте. Все, взяли этот цвет. И ставим его вот так. Цвет, наверное, единственная вещь. Или не единственная. Не знаю. Которую вроде бы можно как бы... Которая не удаляется при Ctrl-Z. Так. Вот так. Все. Хороший поваренок у нас получился. Итак. Но это еще не все. Мы берем, ставим сюда. И сюда. И сюда. И сюда. Вот так у нас красиво получилось. Так, дальше мы переходим к этому квадрату. Раз. Два. Три. Четыре. Итак, самое главное для нас это фон. Уменьшаем. Уменьшаем. Видим, у нас вот такой фон. Переходим к кисти. И теперь ставим его вот на вот столько. Это не, это обязательно. Зачем я такую огромную сделал? Делаем его не настолько таким. Делаем его зеленым цветом. Можно любой цвет, в принципе, взять. Давайте-ка возьмем слегка вот такой. И я думаю, такой для нас пойдет. Теперь мы берем, ставим нормальный размер. Вот, в принципе, вот такой. Для нас подойдет. Зачем я такой большой взял? Это не для этого. Вот, мы берем голубой цвет. И делаем вот такой оттенок. Да, это хорошая вещь. Придает фону красоту. Дальше что мы делаем? Мы переходим к тексту. Текст вот здесь я. Ставим, например, зеленый цвет. И пишем. И пишем. Сейчас. Деревня. Не-не-не, не так, не так. Наша деревня стала империей. Ей. И теперь что я сделал? Мы берем, увеличиваем его вот так, увеличиваем снова. И теперь берем это, вот это. И теперь смотрите, мы можем врубить наш слой. Да, этот слой мы помещаем под текст, под текст. И видим, что с нашим текстом творится. Мы нажимаем на него вот сюда и нажимаем на кнопочку стиле, выбираем для него подходящий нам стиль. Итак, я лучше предпочту взять вот такой стиль, или хотя можно и без стиля, но стиль придает ему хорошее значение. В принципе, вот такой для нас, думаю, подойдет. Хотя нет, вот. Думаю, со стилями что-то тяжело обращаться, короче. Это странно почему-то. Но я думаю, вот такой нам... Нет. Во-во. Я думаю, лучше использовать вот такой стиль. Он хороший, да. И мне кто-то скажет, что это за... Ну, это не так. Смотрите, в общем, мы берем этот текст. И теперь... Итак, мы берем ее. И нажимаем Ctrl-T. И теперь мы делаем ее вот такой. Применяем изменения. Извините, это осталось просто. Нажимаем на правую кнопку мыши, деформировать текст. И нажимаем дугой. И ставим изгиб где-то на плюс 10. Отлично. И теперь у нас доступно режим 3D. Делаем 3D. Итак, нажимаем на это. Все.
все. Наш текст стал 3D-шным. Итак, мы нажимаем на это. И все. Наш 3D-текст готов. Итак, что же делать? Мы берем, в общем, и перетягиваем его вот так. И делаем, в принципе, вот таким. Так, берем вот здесь, сам его вот так, и делаем его где-то на вот такой вот размерчик. Такой размерчик. Думаю, нормален. Думаю, вот так нормально. Ага. И теперь, что же делаем? Мы его... А, вот. Вот этот дичь перетаскиваем. Перетаскиваем как-нибудь. Вот так. Вообще. Вот так. Так. Ставим его вот таким. Вроде бы. И как-нибудь надо его перетащить. Угу. Вроде бы что-то не то. Какие-то проблемки случились. Странно, почему они такие. Во-во-во, ребята. Вот. И теперь... У нас готово все. Переходим к слои. Хотя не все готово еще. Еще не все готово. Нам нужно как-нибудь его сделать. Что-нибудь. Вот, в принципе, нужно вот так сделать поменьше. И как-нибудь переместить его куда-нибудь. Вот. Думаю, вот этот нам подойдет. А вот это у нас вроде бы отвечает за ширину, что ли. Да. Отлично. Теперь как-то его нужно перетащить. Ага. А оно что, перетаскивается вот так, что ли? Ну все, в принципе. С этим поработали. И нажимаем на вот эту кнопку. Реставрировать 3D. И теперь все. У нас вот это вот готово. И теперь это просто... Вещичка. Нажимаем. Нет, не отмена. Во весь экран мы убираем. Блин. Угу. Странно, почему-то у нас он стал вот таким. Я не пойму, что с ним случилось. Но что-то с ним случилось. А, я понял. Нажимаем сюда. И все. В принципе, мы вернулись к этому. И теперь смотрите. Это у нас вроде бы текстовой слой. Ага. Параметры интерфейса. Рабочая среда. Окей. Так. Вот это мы сделаем. Вид. Вроде бы вот это вот мы. Нажимаем сюда. И теперь стили. Стили. Стиль выбираем вот этот. Отлично. Все. Вот это у нас готово. Наша деревня стала империей. И теперь смотрите, что мы делаем с вот здесь. Вот здесь. Мы теперь переходим к другому тексту. А другой текст у нас будет, пускай, обычный. Потому что с 3D мы работать второй раз не собираемся. И, кстати, сейчас час ночи. Итак, мы берем... Итак, в принципе, в общем, переходим сюда, и основная рабочая среда, все. И теперь мы выбираем текст, краску текста, и пишем текст. И пишем его вот так. Итак, например, мы берем любой из этих, какой-нибудь шрифт я предпочитаю... использовать, думаю, я вот использую, давайте золотой, например, так, сделал изучение монстров. Итак, делаем его вот так. Угу.
Перетаскиваем, перетаскиваем. И теперь смотрите. Мы нажимаем на него. Нажали. И выбираем стиль. Стиль выберем этот. Ой, тьфу ты. Вот выбираем, например... Давайте-ка просто выберем вот этот стиль. Просто выберем такой стиль. Думаю, это для нас нормально. Все. Сделал изучение на монстров. И теперь, что же здесь не так? А именно, меня нет. Смотрите. Нажимаем здесь Nav Project. Вот это мы можем свернуть. А это мы увеличиваем. Пишем, например, что угодно. Что угодно написали. И теперь смотрите. Мы берем. Неважно. Нажимаем Browse. Выбираем скин без глаз и рта. Мы выбрали. Нажимаем на Create. Нажали. Но что здесь не так? Мы смотрите. Теперь мы просто нажимаем на него Ctrl-Z. И теперь добавляем камеру. Добавляем камеру. Включаем рендеринг. И теперь смотрите. Внимательно. Нажимаем сюда. И выбираем вашу четкую модель. Я предпочитаю брать N-Rig Template. Выбираем N-Model. И выбираем Male, если вы мужчина. Выбираем Family, если вы женщина. Нажимаем на это. Вроде бы четко ясно объясняю. Видите, как все в 3D. И теперь нажимаем на эту самую модель. И нажимаем на текстуру. Выбираем мою текстуру. Все, отлично. Видите, как у меня все 3D-шно. И теперь, что же здесь такого не такого? Что не так? А именно руки. Руки пускай будут 1/2 размера. Это для нас нормально. В принципе, отлично. Переходим к самому лицу. И теперь смотрите, в общем. Мы берем сюда, заходим снова. Заходим сюда, NFR, Mail, и теперь Face. Ребята, я беру все всякие модельки из официального сайта Mindmatter Rigs. Да, Mindmatter Rigs. Rigs. Ну, короче, где можно взять риг? Итак, мы берем этот модель. И теперь нажимаем на кнопку модель. Body. Head. Все. Мы перетащили его на head. Минус этой модели, то, что если мы нажмем сюда и поставим точку, например, вот здесь, и сделаем, и нажмем сюда снова, и у нас не будет вот этих панелей. Так что придется бег на такой модели устанавливать самому. Делать самому. Так. И теперь переходим к этому. Мы, в общем, переходим к камере. Камеры перешли. И теперь делаем вот такой боковой. Так. Увеличиваем брови. Увеличиваем брови в моем случае. Если что, я для себя увеличиваю их, потому что мне нравятся большие брови для меня. Так, 1/77. Я предпочитаю глаза. Вроде бы ставить, да, на красный цвет, на 72, на 72. Я по вот такому градиенту, ну, короче, такому цвету определяюсь, какой именно цвет мне нужен. 72. Можно и 73 поставить, конечно. Видите, какой он неровный. Вот так. Все. Вот ровный этот. Настоящий красный цвет. И теперь смотрите, что мы делаем. Как же я Sparkless поменяю? Да легко. Нажимаем на R, на L. И выбираем полностью черный цвет. Item. Я не знаю, какой цвет для вас нужен. Полностью, не полностью. Ну вот, в общем, ставим вот так. И теперь, например, мы хотим просто сделать какое-нибудь движение, например. Все, в принципе.
Это мы можем закрыть. Переходим к mount. И, например, мы можем просто установить какой-нибудь ему scale. Scale какой-нибудь там. Вот. Например, вот я вот предпочитаю вот такой поставить. И переходим к mount, right band. Я думаю, его вот так лучше согнуть как-нибудь. И думаю перейти к камере. И думаю вот уже взяться за руки. Этот, не-не-не, брови. Вот, брови вот так сделаем. Руку вот мы берем, делаем вот так. Вот так. И теперь смотрите, видим вот это вот? Видим вот это? Оно может быть так. Оно может быть вот таким. Да, это именно такая модель, которую используют, как и в блендере. Например, давайте вот сделаем вот так. Вот такой. Слегка вот так повернем. Вот так. Я думаю, не, вот. Нам нужен тот, который мы можем вот так повернуть. Не, поворачиваем. Мне нужно как-нибудь его повернуть. Не-не-не, слишком изогнутый. Слишком изогнутый. Так, мы берем, в общем. Поворачиваем. Не-не-не, вот как-нибудь вот так вот повернем. Давайте вот так вот повернем. Все. Повернули нормально для нас. И теперь смотрите, мы берем вот этот квадратик. Квадратик, внимание, уменьшаем полностью на ноль. Все. И берем один из этих пальцев. Все, мы взяли, например, палец. Вот, ой, блин, неправильно взял. Вот взяли мы палец. И давайте-ка вот, чтобы пореалистичнее выглядело, я возьму вот этот. Блин, вот так как-нибудь сделаю. Думаю, вот так вот палец показать. Вот так. Ага, вот эти вот пальцы мы превращаем в квадратики. Простые обыкновенные квадратики. Делаем их вот так. А вот это вот. Вот эти бенды всякие. Всякие бенды. Мы делаем вот так. Отлично. Хотя мы можем взять другой палец. Или что-то по типу того. Но если мы будем думать, что это указательный палец, это будет указательным. А если мы думаем, что это мизинец, да, это какой-то, я что-то иллюзию какую-то создал. Если мы думаем, что это мизинец, мы видим мизинец. Хотя я сейчас посмотрю на свою рулику, руку. Вроде бы вот так вот нормально показывать. Не, можно и не подумать. Я лучше увеличу размер вот этого. Вот это размер. Блин, что-то как-то непривычно смотрится. Давайте-ка я лучше отпущу другие пальцы. Вот так. Да, вот так вот пускай будет смотреться. Давайте-ка эту модель вот так сделаем. Вот так. Да, пускай вот таким будет. Сама модель. Ага, да, вот видим баг, видим баг. Блин, что-то здесь не так. Я же вон ту повернул, которую только и надо. Так, во-во-во-во-во, ребята, все, отлично. У нас это получилось. И теперь смотрите, мы нажимаем на вот это. Давайте хотя бы в 4К. 4К, сейф. Давайте на рабочий стол в 4К. В 4К. Пускай. Пускай будет 4К. Save it. Да. Картина в 4К создана. Нажимаем на Don't Save. И теперь ищем эту картину. Где она? Надеюсь, у меня комп не взорвется от этого. Да. Это по-настоящему 4К. А мой комп очень слабый. Ого! Так вот как 4К выглядит. Понятно. Ладно. Ну не суть. Самое главное, мы нашли, что искали. Теперь смотрите. Угу. В общем, создаем слой вот здесь. Блин.
создаем новый слой. На новом слою, короче, мы скрываем все слои. Мы слои все скрываем по-настоящему. Реально, все. Мы скрываем все слои. Я сделаю это быстренько. Так, переходим на слой номер 3. И сюда мы перекидываем нашу эту картину. Итак. Главное не перепутать, конечно, здесь. Вот наша картинка. И теперь, ребята, мы сейчас будем вырезать ее. Все, переходим к вырезанию. Все, картину мы помещаем полностью вот так. Так, отлично. И теперь все. Картина готова. И все, мы выбираем выделение. Все, и начинаем выделять. Так, в общем, выделение чуть не получилось. Сейчас попытаемся выделить снова. Так. Итак, все, наше соединение готово. Теперь мы берем и нажимаем на скопировать на новый слой. Все. А этот слой. Все, мы вот этот слой удаляем. Вот так, берем, нажимаем сюда. Удалить. Панк. Я копия. А, нет, вот это мы вырезать. Блин, ее как-то нужно скопировать. Вырезать на новый слой. Блин, его нужно как-нибудь вырезать. Так, как его... И все, мы сделали как бы то, что нужно, но не забываем. Смотрите. Итак, мы берем, в общем, выделение. Вот это выделение. Выбираем нашего персонажа. Выделили. Выбираем вот это. Выделяем это. Все. Вот это мы выбрали. И теперь мы берем кисть. Кисть мы берем вот эту. И теперь смотрите, в общем, вот так вот должны быть мы сделать. Отлично. Вот. В принципе, нормально. Слишком светло. Странно почему-то. Итак. На этом мы сделали. Так, мы можем вроде бы... Должны как-нибудь убрать. Я не пойму, как... Как убрать выделение? А, давайте-ка вот смотрите. Все. Так, выделение мы убрали, значит. Да, мы убрали выделение. Так, давайте-ка вот здесь мы слегка сделаем вот так. Наша деревня стала империей. 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 А этого персонажа... Да, снова придется его выделить. Да, его придется снова выделить. И теперь давайте его переместим. Перемещаем. Так, отлично.
А, мы забыли глаз. Мы его глаз забыли. Блин, жалко. Так, придется снова выделить. Так, давайте снова попробуем перетащить. Да. Все, он уже... Ай, блин, мы еще вот это забыли. Ну, вот это забыли сделать. Сделаем. Так, теперь... Ой, мы его снова... Да, что с ним такое? Я не пойму. А, все, ребята, все, мы выделяем уже все, что здесь есть. Все, выделяем все, что... Все, что прям есть здесь. Мы просто выделили. Так, попробуем его переместить. Угу. Давайте-ка его вот так сделаем. Вот как-нибудь вот так. Вот вроде бы... Вот, ну, в принципе, нормально вот так. Я думаю, его лучше сделать обратно вот таким, каким он был сейчас. А текст. Мы берем просто... А, так. Так, мы берем выделение, убираем выделение. Так, мы берем наш текст. Ай, блин. Какого черта у нас выделение? А, вот выделение, какое нужно убрать. Я думаю, вот, все. Теперь выделение убрано. И теперь смотрите. Мы берем, в общем, вот наш текст. А у меня вопрос, какого черта я не могу взять свой текст просто? Ладно. Вот. И как мне взять свой текст? Так, в принципе, я нашел то, что мне нужно. Вот. Все, теперь мы перемещаем. А какого черта? Так, вот где скрывается это. Так. А, нет. Это не здесь. Так, вот где это, этот урод. Вот. Все, вот так. Ага, вот. Все, вот так вот, в принципе, мы можем сделать. Отлично. Вот. Вот как его можно было, оказывается, сделать. Что-то странное, да? Странное, да? Давайте-ка, ребята, ой. Вот это. Блин, как я испугался. Так, теперь мы берем инструмент вот этот. И теперь все. Мы стерли это. Что нам не нужно. Все, в принципе. Вот с этим разобрались. Теперь видим, кисть разрешена. А теперь попробуем перенести. Так, ладно, этот мы не можем перенести. Странно почему-то. Потому что вот этот мы... Вот этого мы можем переместить его. А как его переместить-то? Его переместить же надо. Ctrl-T. Перемещаем. Вот так. Но почему-то у нас... Вот. Ребята, в принципе, нормально. Нормально, все. Теперь мы берем голубой цвет, который недавно взяли. Все. Вот такая закраска. Такая закраска. Так, здесь освещение. Здесь... Ой. А какого черта я не могу теперь опять рисовать? Ctrl-T. Так. Опачки. Угу. Брушки, беда, доп. Так. В принципе, уменьшили. Вот здесь уменьшаем. Блин, я не на то нажал. Вот здесь чуть-чуть увеличиваем. Преувеличиваем. Не, вот тут. Зачем нам преувеличивать белость? На супер белом цвете. На самом белом цвете. Если мы можем сделать вот так. Так. Не-не-не. Отлично. Я думаю, у нас отлично получилось. Если мы можем сделать вот так. Ага, вот. Четко. Не-не-не.
Пускай вот этот хотя бы остается вот так. Не-не-не. Он должен, значит, до глаза дойти. Вот. Вот. Нормально, в принципе. В принципе, нормально. И теперь что мы будем делать? Блин. Итак. Итак, отлично. Мы берем вот это. Жесткое, круглое. Ах, блин. И теперь мы берем вот так. И теперь от черной, от этой точки до этой точки, как всегда. Бррр. Так. А, вот. Вот так. Пускай он будет вот таким здесь. Вот. Я думаю, нормально вот здесь и будет, если я установлю. Ага. Вот так, вот так, вот так, вот так. Не, не. Не будет нормальным. А, будет, будет, будет. Блин. Вот здесь ставим точку и здесь ставим точку. Здесь ставим, здесь ставим. Здесь ставим, здесь ставим. Здесь ставим, здесь ставим. Здесь ставим, здесь ставим. Здесь ставим и здесь ставим. Отлично, это мы сделали. Теперь давайте-ка, а давайте нас мы обведем красным цветом. Почему бы и нет? Почему бы и нет не обвести нас красным цветом? Нет, блин. Что это такое? Вот здесь. Зомбодробент. Отлично. Всему приходит конец. Даже у меня не было конца. Так. Я думаю, вот здесь сделать нормальным. Вот здесь и здесь. Угу, вот так, вот здесь. Опачки. Хопаля. Ой. Так, здесь ставим снова. Хопаля. 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 Так, здесь хопаля. Хопаля. А, не-не-не, вот здесь. Вот так. Здесь у нас пускай. Я думаю, его вот таким лучше сделать. Так, отлично, вот так поставить. Здесь поставить. Здесь поставить. Здесь поставить. Итак, в принципе, у нас нормально. Нормально сделано. И да, чего же у нас не хватает? Конечно же, этого. Смотрите. Ой, извиняюсь. Так, нажимаем на вот это. Google Chrome. И видим вот это, да? Нажимаем копировать картину. Копируем. И теперь смотрите, что мы делаем. Мы берем эту картину. И вставляем Ctrl-V. Слой третий. Теперь видим? Видим картину, да? Теперь смотрите, мы все убираем. Все убираем, все слои убираем. Весь фон тоже убираем. И теперь смотрите. Мы берем вот это. Выделяем все, что здесь есть. Все. Мы выделили. Мы выделили все, что нам нужно, реально. Итак. Теперь нажимаем на вырезать на новый слой. Вот этот слой мы можем просто выкинуть в мусорку. Реально. Просто отправляем на мусорку. Все. Наш слой вот этот готов. Готов. Но подождите. Прежде чем что-то ставить. Так, мы берем, значит. Мы берем красный цвет. Красный цвет. Видим? У нас ничего не получается.
Потому что сейчас мы все включим. И теперь мы берем вот этот, вот эту вещь. Слой. И нажимаем на стиле. Стиль. И вот такой стиль даем ему. Все. В принципе, можем нажать на Ctrl-T. Ctrl-T нажали. Теперь смотрите. Он какой-то некачественный. Да, такой некачественный. Мы берем, делаем его чуть-чуть поменьше. Поменьше. Ага. Так. Ага. Вроде бы вот... Не, Ctrl-T. Его еще меньше нужно сделать. Вот. Вроде бы сделали меньше. Как бы ничего такого, да? А не, есть вот что-то. Берем, нажимаем сюда-сюда. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Теперь мы берем коричневый цвет. Коричневый цвет. Делаем здесь вот так. Вот так. Ой. Не там. Ой, блин, что я наделал? Ой. Окей, 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 блин. Берем. Ой, зачем я взял такой цвет? Берем коричневый цвет. Все, начинаем. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Все, в принципе. Отлично. Первый сделан. И теперь переходим ко второму. Так. Мы заходим в Google Chrome. Пишем блоки Minecraft. Просто напишем. А. В 3D. В 4D. Итак. Все. Сейчас картинки. Картинки. Итак, вот, ребята, мы можем взять, например, вот, к примеру, можем взять, например, алмаз. Нет, алмаз для нас пока не пойдет. Алмаз не пойдет. Я думаю, для нас сейчас подойдет. Какой же взять? Я думаю, для нас подойдет блок земли. Блок земли. Так. Я думаю, вот такой. Вот этот подойдет. Вот этот. Так, смотрите, нажимаем копировать картину. Выходим отсюда. Смотрите. Ctrl-V. Все. Слой пятый. Теперь мы скрываем все, что здесь есть. Все, что здесь есть. Даже фон уберем снова. Придется снова убрать фон. Да. А вы что думали? Ой, не то. Я не на то нажал. Вот. Все, ребята. Выделение. Ой, не тот. Ctrl-Z, блин. Да как отменить это выделение? Я здесь часами морочусь. Чтобы... Блин. Да. Ctrl-Y. Ctrl-Y. Нет. Здесь даже Ctrl-Y не работает. Вот, вот, ребята. А теперь мне нельзя рисовать на этом слою. Прикольно. Нет, не так. Нет. Ну почему я не могу нормально сделать превью? Ой, блин. Так, Ctrl-Z. Ну, да. Мне кто-нибудь объяснит, как мне нормально сделать? Хотя это я же объясняю сейчас. Вот. Думаю, вот. Нормально. Нажимаем вырезать на новый слой. Этот слой мы удаляем. Удалить. Панк. Да, удалить. Из разговоров. Можно удалить. Ага. Отлично. Так, ребята, все. Нет. Вот это. Вот это мне нужен. Слой. Слой. Как мне выбрать этот слой дебильный?
Блин, пиксель нельзя делать. Пиксель нельзя делать. Нельзя. Сейчас мы возьмем вот это выделение. Ой, сейчас вот это возьмем. Так, ну-ка, я его смогу взять. Да, я его смог взять. Ctrl-T. Переводим вот так его. Хотя не так. Вот. Так, блин. Вот таким сделаем его. Вот таким. Вот. Ребята, все. Отлично. Теперь мы берем вот это. А, ему стиль забыл придать. Стиль. Стиль вот такой, как всегда. Так, здесь пускай у нас будет красный цвет изначальный. Танк. Панк. 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 Так, а теперь черный цвет. В принципе, мы могли сделать и черный с таким. Придется сейчас подождите, сейчас. Вот раз. Два. Три. Три. Четыре. Не-не-не. Вот. Четыре. И пять. Вот, ребята, в принципе, у нас почти готово, потому что мы еще не сделали что? Вот это вот. Ой. Берем этот голубой цвет и делаем тебе вот так. Ой, да что такое с ним, я не пойму. Хотя давайте без стилей. Без стилей. Вот, просто стиль уберем. Так, все, мы стиль убрали. Отлично. Вот, ага. Я думаю, в принципе, можно вот так сделать. Вот здесь пускай потемнение будет. Потемнение. И здесь пускай тоже будет потемнение. Пускай будут потемнения. Потемнения нужны. Нужны потемнения. Так, да, слишком темный какой-то он. Ага, вот. Думаю, вот так вот нормально. Вот, в принципе, я думаю, вот так вот нормально будет. Вот. Думаю, нормальная уже интруха. Ой, тьфу ты. Превьюшка. Делал ее 53 минуты, не знаю, я где-то несколько часов убил здесь. И давайте-ка. Так, выбираем фон. На фоне можно. А на фоне уже нельзя рисовать. Блин, придется рисовать на этом. Как же рисовать на этом? Изучение. Блин, что теперь делать? Все, короче. Ну, я думаю, все, я уже нормально сделал. Файл. И теперь все. Сохраняем как. И теперь сюда пишем. Не, мы здесь JPEG. Пускай будет JPEG. И это будет Sky. Фон для видео. И сохраняем на рабочий стол. Так. Окей. Думаю, мы можем уже выходить. Так, очень долго фотошопили. И теперь посмотрим, как это выглядит. Вот так оно, в принципе, выглядит. Но, ребята, я
Хочу, чтобы вы подписались на меня. У меня на канале уже 78 подписчиков. Благодарен. Спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.